Вот фермы делают. Каждая ферма, я посчитал тут. 30 болтов. Все. Вот. Давай, загляни. Это полфермы, вторая такая половина в нее упирается на весу. Несколько рассчитано. Это, а сучков полно тут. Я неоднократно уже говорил, Игорь, не знаю. Говорит, ты поставь упор посередке. А вот рассчитано. Каждый болт все это ослабляет конструкцию. Учитывая это, и опереться на что-то надо. Вот на каждую ферму я посчитал 31 болт, кажется, теперь. И 130 этих подболты. Отверстия делают. Сколько уже здесь фермов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И там, наверное, больше уже. И закручено. Это вот одна ферма. 8 метров должно быть. Это сейчас машина еще приехала. Я рассчитываю в лаборатории, когда сучков нет, а где сучки, вот там есть лес. А первый, который больше и дороже, его отправляют за границу. Какие огромные сучки, еще тут непонятно. А где сучок, тут державы никакой нету. Вот это место, сейчас ударь, сучок вылетел. Второй. Я видел на погрузке. Сейчас не могу город сказать, Лиепа или Венспилс в Латвии. И там приезжает кто-то маркетинг этот, кто он. И он ходит. Подлетел по вот, прям руку упустил. И проверяет, если сучок вот такой есть, один другой. Он ходит, проверяет все, бракует всю партию. Проверять не будет. Просит поднять, посмотреть. А там ребята. Игорь поехал сегодня в Барабаш. Какая-то сельхозвыставка где-то. Он везде ездит. И обязательно что-нибудь приобретет. Молодец. А эти ребята железо обчищают от ржавчины и красят. Покраска. Самая сильная покраска — это на подводных лодках. Секретно были, мне приходилось участвовать в этом, так, чтобы каплю краски не вынесли, переодеваешься и все. Несколько слоев, и все равно гниет. Вот он наливает краску. Сколько приборов? Вот прочистили как, покрасили, а потом перевернули следующий.
5 баллов. А кто-то сидит там, депутат получает, где-то дети за границей разогнались, утонули. Двое. А вон и она, кажется, в Швейцарии. И никто не жалеет. А что жалеть их? Паразиты, говорит, были, сгинули. Какой лес, какая красота здесь быть. Да, краска, конечно, вредная, но тут отдувает и тихонько. Вот они поднимают, братья, всю стену. Это Иосиф старший у них тут. Иосиф. А это два его здесь ближе. Исаак и Никита из армии только что вернулся. И какие бочки с чем-то. Вот так побыл, посмотрел. А вот тут с прошлого года сено сколько осталось, можно продавать. Коровы. Прекрасно. Все работают. Без дела никого нет. Мы сегодня сейчас косили, где-то все еще мокрые, не просохли. Купили две косы на этой неделе. Игорь купил нам, дали денег. Подправили, сейчас ходили, дополнительные там отверстия надо было. И все. Заметили, один из местных там приезжает летом. Пацан ходит по дворам, лазит. Работать не хочет. Хотели собраться, выговорить, чтобы... Не отпускал, да. В деревне палочка, в дверь не заходил, никаких палочек в сторону заходит, никого нету. Что он брал, как брал, чего, где. Подозрение прям стопроцентное падает. Вот так. И все это поэтапно делается.